Итак, Voyager вошел в чат. Мы делаем вторую попытку попасть в храм обезьян. Вот буддийские барабаны. Я их буду сейчас крутить. Так, как это работает, пока до конца не знаю. А вот большой барабан. Держу камеру в левой руке, так как предполагаю, что нужно крутить правой. А вон подлинный хозяин храма обезьян. Думаю, это что-то связано с вечным движением. Он как-то символизирует движение. Ну вот, храм обезьян принадлежит обезьяне. Все справедливо. Вот они кушают арбузик. Очень мило. Вот сегодня я накопил дополнительные 20 рупий. Надеюсь, сегодня меня пустят в святая святых. И вот один из первых пит-стопов. Ну. Yeah.
Thank you, thank you, not bad. Так, дойдем до очередного пит-стопа. Ну. Looking is free. Так, что-то в этот раз тяжелее дается дорога. Так, вот очередной пит-стоп. Да, что-то вторая попытка дается тяжелей. Сегодня другая погода. Душновато. Так, после небольшого отдыха продолжаем подъем. Вот взяла и отвернулась. Ну, черт возьми. Лишние убегают, совсем не боятся людей. Очень комфортные условия в храме обезьян у них тут. Опс. У нее нога больная, у этой обезьянки. Ох ты, бедняжка. Тяжелая жизнь с больной ногой. А вот в какую даль раскинулся красавец Катманду. Чуть не уронил. Вот он сам храм. Ну вот высота поддалась. Вот она. Вот этот храм. Смотрится.
Ну, вот за что берут деньги. Вот он, красавец Катманду. Вот он как тянется. Здесь бывает землетрясение, было одно большое. Поэтому здесь малоэтажное строительство. Вот так вот. А вот по этой лестнице мы поднимались. Очень много людей. Кстати, еще она крадется. Так, а это что за красные крыши, интересно? Что такое? Какая тут охрана. Thank you.
Мне камеру приходится держать правой рукой, а крутить надо левой нельзя. И поэтому я воздержусь от этого обряда. Говорить особо, честно говоря, не очень хочется портить эту атмосферу. И вообще, no comments. Да, у собаки очень буддийский взгляд. Такие вот буддийские замки. Очень красиво здесь. Как-то дальше очень много сувениров. Так, а что здесь? Да, здесь работа по камню.
Ну, такое замечательное янтра, видите, вдалеке. Свечение из центра. Так, здесь прудик небольшой. Сюда кидают монеты на счастье. Нужно попасть. Кто-то пробует даже бумажные. Ну, бумажные даже есть. То есть, я так понимаю, это на счастье Тут какая-то селфи-зона. Нереальная селфи-зона. Все фоткаются. Хотя я здесь вроде видел места и лучше. Вот он, Катманду. Здесь лучший вид. Ну, вот в этом районе я точно не был.
какие-то орлы летают. Тут тоже селфи-зона. Туда тоже тянется Катманду. Да, большой город. Сегодня заканчиваем видео. Вот на той горе в том храме мы были. Вот такие интересные деревья здесь. Спуск другой будет, с другой стороны. Вот такой вот видно Катманду. Так что до новых встреч.